И всем привет, с вами Арген. И сегодня у нас лайфхаки. Пожалуйста, друзья, не судите строго, потому что это мои первые лайфхаки. Но погнали! А первый лайфхак заключается в том, что если ваша сумка всегда падает вниз на землю, то тогда прикрепите, если у вас есть вот такие, как бы, принадлежности или что там, если вот такие прикрепители есть у вас, то просто вот так сюда засуньте, потом здесь вытащите и вот сюда засуньте. И теперь ваша сумка никогда не будет падать. А второй лайфхак, заключается в том, что если вы не хотите потерять деньги в школе, то перед началом вы положите монетку вниз туфли. Так, вот так. Вы внизу есть прокладка или что там наверху. Вы можете туда положить. А у меня нету. Вот вниз положите и все. А третий лайфхак заключается в том, что если ваша тетрадь просто так валяется, возьмите книгу и, например, по английскому, и возьмите английскую тетрадь и положите туда. Теперь ваша тетрадь не потеряется. А четвертый лайфхак заключается в том, что если вы не умеете умножать, делить, то просто скачайте приложение MyScript-калькулятор. Там вы можете все решать. Я не могу показать, потому что у меня только один телефон, чем я вот этим снимаю, а это не работает. Так что я не могу показать. Но приложение называется MyScript-калькулятор. Скачать вы можете в Play Market. А пятый лайфхак заключается в том, что если в книге страница теряется после того, как вы закрываете, то просто возьмите скрепки и прикрепите, как показано на видео. Вот так вы прикрепляете, вот так вы прикрепляете. Тут и тут можно с трех сторон, чтобы удобно было. И ваша страница в книге не потеряется. Если понравилось это видео, почему не подписаться на канал, не поставить этому видео лайк. С вами был Арген. Всем пока.